парках и скверах Химок горожане массово готовятся к предстоящим майским праздникам, очищают прогулочные зоны и приводят в порядок памятники и мемориальные доски. Субботник организовали члены партии «Единая Россия». К ней присоединились представители администрации города и члены движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Сегодня на территории только сходни 12 или 15 мест. На каждых точках это и сады, и школы, и другие общественные места. Выходит по несколько десятков человек. В общей сложности на территории городского округа Химки несколько тысяч человек сегодня принимают участие в городском субботнике. В частности, участники субботника убрали территорию у монумента «Танк-34» в парке имени Величко, аллею Победы и памятник «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского, мемориальную доску полному кавалеру Ордена Славы бригадиру на заводе Сенаторову Евгению Ивановичу на улице Строителей, мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто» на Новолужинском кладбище. Надеюсь, моему деду в Новосибирске кто-нибудь протрет. В преддверии празднования Дня Победы, естественно, надо привести в порядок наши памятники. У меня тоже дедушка погиб, поэтому это дань. Наша, как говорится, гражданская позиция. Война не обошла стороной нашу семью. Я внучка фронтовика, правнучка фронтовика. Эти могилы здесь сержантов, рядовых, просто красноармейцев. Это непростое слово для меня, поэтому я с удовольствием сегодня прибыла сюда для того, чтобы привести эти памятники в порядок и возложить цветы, подготовиться к 9 мая. По окончанию уборки участники субботника возложили цветы к памятникам и местам захоронений. Напомним, что 24 апреля пройдет главный субботник Подмосковья, в котором сможет принять участие любой житель города.